Всем привет! Опять замечательная погода. Мы собираемся все в Абхазию. Ты там снимаешь, блядь. Да, что-то я снимаю опять. Что-то заебал. Короче, едем в Абхазию на тюльпан, на баджажах и... Ну, как китайский мопед какой-то, короче, да. И китайский Егор. Все, поехали. Короче, собрались. Все готовы. Этот нихуя не готов, короче. Давайте у него навигатор заберем, да ну его нахуй, пусть обратно едет. Егор самый долгий. Ты можешь по пути курить? Могу. Вот, кури по пути. Вот, буду курить по пути. Останавливайся только на пописи, на обратном пути. Самый легкий этап мы почти прошли. Как будто, блядь, мод стоял год просто, нахуй, в гараже, понял. Ты досадно напукал. Пугались, обосрался. Что, простите, обосрался. Ехай! Я тебе фотку на тебя, мазал жарю. Да, догоним, догоним. Сразу на вторую, на третью нам. Встали мы на перекур. Егорка понижает давление. Мы давление поднимать будем. Егору. Да, мне тоже надо. Да, у меня нормально. Мне нормально. Я так понял. Охуенно, бля. Короче, первая точка нашей остановки — водопад Тюльпан. Добрались. А Тюльпан-то водопад? Ну да, да. Нет. Сейчас будем, короче, смотреть на водопад. А Егор будет дедушкой. Я удивлен, что Егор не захотел заехать туда. Куда? Зная Егора, ну вот туда, например, блядь. Он устал просто. Короче, решили мы чуть-чуть перекусить. Тем более место позволяет. Там стоит столик. Погодка бомба. Топ-топ-топ делаешь. И не падаешь. Все, занимаем самые шикарные места. Садимся и кушаем. Короче, у нас тут нудипати. Нудипати. Кроме тебя. А я красивый и так. Раздевайся, Алёша. Стесняюсь сейчас. Бля, Егор, мы любим. Старые гомосеки. Сидим, короче. Да, говорю, вот вида не хватает, да, вот эти деревья мешают. Вообще было бы, просто смотришь на горы. Вот там, смотри. Егор мешает-то. А он, смотри, какой-то Олег на сверху, да, вот этот бежит, блядь. Прикинь, смотришь, там на эндурике хуярит. Ну вот у нас ужин получается. Кофеёк. Лавашек. Завтрак. Завтрак, запахую. Во что, сосиски? Нет, это назад. Как твои дела назад? Лучше стало. Мне хорошо. Повесил горелку, вроде ничего. Водичку прямо здесь набрали.
красота. Как сардельку, блядь, закинул, стало еще лучше. Саня уже покушал. Наш офигенный завтрак закончен. Шикарное место. Тут, походу, раньше была какая-то кафешка. Но ее больше нет. Водопад спускается вниз и уходит туда, вот в ущелье. Кафешка, я думаю, была, потому что какой-то здесь настил валяется. Классное место. Все, сейчас едем на луга. Да, могу. Короче, у меня села GoPro. Сейчас покажу, по какой хуйне мы приехали. Нихуя себе. Короче, вот такая вот хрень здесь. Я на Баджаже даже не заглох. Но чувствуется уже высота. Прямо не хватает воздуха. Карбюраторы, конечно, здесь это зло. Ну вот, надо, блядь, инжектор. Когда выпустят Баджаж на инжекторе, а? Уже есть, но не в России. Ну, потому что мы сосем писюны, да? Ты Олимпарк снял? А, кстати, а где он? Вон он. Олимпарк! Да. Опа! Вот сейчас. Не, отсюда не видно, лес закрывает, Лёх. Вот туда надо, вниз, вон. А я вот отсюда, смотри. Лес закрывает, не видно. Видно, ебать, что ты пиздишь? Крышу стадиона не видно, крышу стадиона отсюда видно. О, камень торчит, блядь, который большой. Туда спустись, если вот с того камня, который торчит, на него встать, то все видно. Да и вот отсюда. Загонял старого, блядь. А ты вот про вот этот торчит, который? Да. Я вот спускался, Назар толкал. А, Назар тоже внизу? Я заполз, смотри, блядь. Назар тоже заполз. Ой, блядь. Вот, оказывается, знаешь, там он правее за елочкой. Видно крышу стадиона. А, Олимпарк, бля, как мы далеко от дома, ебаный насос. А, цветочки. Высота 2000 метров. Не, ну, кстати, дышится нормально вполне, да? Ну, да, а что будет дышать? Вон, на зеркале мы 2800 были, тоже нормально дышит. На, Бажажа мне. Бажаж что-то прям чувствуется, да, вот у него он такой... Пацаны. С домиком фото. А это что, аэропорт, да, вот это получается? Лёха, съебись, говорят. Да ёб твою мать. Опа. Вот такая красотища. Съебись, пожалуйста. Красотулечка! Бля, когда остановился, уже, конечно, хуёвое дело, блядь. Ой, оба! Ай, нихуя, блядь. Моё нахуй. Ну, пытаюсь, блядь. Опа, блядь. Уберите этого пузатый костюм. Фу, блядь. О, нахуй. Короче, самый верх. Забрались. Но вот туда вот еще дорожка есть. Но я думал, надо ли она мне.
Красота. Санька поднимается. Давай, упади в конце. Я чуть поторопился, короче, Егорка психанул. Егор психанул, Егор. А вот сейчас нас хотя бы вчетверых сфоткают, да? Сядем на обрыве здесь. У нас небольшая компания образовалась здесь. Ребята, всем приятного аппетита. Высокая кухня. Какое чудо, когда я только что пришла. Высокотехнологичная кухня от Егора. Кофе от Назара. Супчик итальянский. Красота, сала, супец, консервы, морс. Красота. Короче, у нас настиг туман. Ёжики в тумане, мы, короче. Главный ёжик в тумане. Чё, пацаны, забираемся в гору? Забираемся в гору. Короче, не сидится нам ровно. Но туда уже и не едется, потому что там вот так. И мы же не можем же не дойти. О! Хорошо! Девчонки Олю потеряли. А мы решили посмотреть, говорят, туда Красную Поляну видно. Но учитывая, что вот в округе вот так, мы сейчас друг на друга там посмотрим, я думаю. И все. Егор, тебе хорошо? Лучше всех сейчас Назар, он облегчился килограмма на два. Вот мы уже забираемся чуть повыше. Конечно, дышать посложнее. А там ребята и наши мотоциклы. Фу. Хорош. Лаганчик стоит. А как деда, кстати, зовут? Так и не узнали. Короче, там дед этот, который на джипе сломанном стоял. Вот там он говорит, молоко, козы у него там, сыр, вино. Твою дивизию. Бля, только зашел, и туман этот пришел. Это такая красотища, а. Сейчас уйдет. Мы насидим на 2300. Ну я и долбоёб. Высота 2300. 350. Отсоси у тракториста. Так, садись. 350. Короче, забрались мы на 2350. Красота неописуемая, но её ни хера не видно. Егорка там где-то еще поднимается. Вот это вот что-то. На гору забирались. Красота. А тут не знаю, такое ощущение, мне кажется, что камера вот это не передаст все равно, да? Нет, камера не передает. Ого. Бать, какая красота. Да, и тут... Бля, вот ну оно того стоило. Что мне нравится, тут можно, блядь, заехать, вон дороги видишь, блядь. Можно летом все реально на эндуриках снарядиться с палатками, прям нахуй уебать. Вот здесь вот можно палатку поставить. Да. Ну просто вода, желательно где-то рядом с источником. Сусликов, смотри, сколько, блядь, видали. Ой, как жаль, что камера не передает этой красоты. И сраный туман нам, конечно, все испортил. Но очень-очень-очень красиво. Сейчас можешь сфоткать. Так, сходили мы, получается, на гору. Вон наши коники стоят, коники. Сейчас собираемся и будем страдать вниз. Время, получается, у нас 14:18. Вот интересно, за сколько мы вместе... Спустя... А сколько мы, получается, поднимались сюда? А, мы были на водопаде. Во сколько мы были? В 10, да, по-моему? Да. То есть, плюс мы пока на гору сходили, тудым-сюдым. Короче, часа 3 подниматься с водопада только. Плюс до водопада часа 3, да? Ага.
А почему я так не скатился? Потому что я прям проверил, блядь. Он тормоз пережимает. Этот камушек тут не похож сюда. Чтоб он нам не мешал. Место, где кофры, помнишь, у него лежат, вот этот, в этом месте, тоже будет. А я тебе говорю, ты сейчас привыкнешь, что ты такой, нет, вообще. Здесь аккуратно, справа лощина, вот это, да, и здесь аккуратно. Мы с Назаром, как самые длинноногие, добрались первые. Егору тяжело, потому что он не докакал, мне кажется. Переел. Да, Саня тяжело, потому что мало каши ел. А короче, ноги. Мы уже вот на развилке, получается. Где? Бля, слышь, какая там туча, да, идет с три? Откуда? Ага. Хуйная. Вот. Ждем, короче, их. Вот развилка, вот туда вот вниз, это на водопад, получается, ехать. Этого балагана. Вот и закончилось наше путешествие. Время 6 часов вечера. Выехал я из дома. Ну, выехали мы, грубо говоря, в 6. Так, плюс-минус. С 6 до 6, 12 часов у нас заняло путешествие на водопад Тюльпан и на луга сверху мы съездили, пытались посмотреть красоты, увидели только с одной стороны, к сожалению. Вот, но было круто. Ну что, товарищи, рассказывайте ваши впечатления. Это было дорого. Кстати, да, Егорке больше всего повезло в этом путешествии. У него дуга пластилиновая сломала ему пластик. И отвалилась подножка. А? Все остальное вроде как ничего. Саня, а что, куда в следующий раз? Да с вами больше не поеду, идите да, нахуй. Нет, похуй, по кармару же решили. Ну это кармара, когда? Это лето. А так, не, я думаю, можно будет еще по каким-то лайт-маршрутам покататься. Короче, классно, мы скатались 12 часов. Кайфово. Все супер. Ждем новых вылазок. А, еще совсем последний забыл сказать. Алькаши заебись.